Здравствуйте, дорогие друзья, с вами снова Косяна Мисяна Чарли, и я спешу сообщить вам просто потрясающие новости. Наконец-то время ожидания, долгое, сразу признаюсь, конечно же, прошло, и я рада сообщить вам, что мой канал наконец-то выходит из, можно так сказать, анабиоза. Наконец-то мы восстанавливаемся, и наконец-то будут видео, те, которые вы ждете. Об этом сейчас подробнее. Итак, начну с того, что февраль скоро заканчивается. Прискорбно это осознавать, но осталось почти неделя. Какой ужас. За эту неделю я планирую относительно... Нет, успевать я все не буду, конечно же, я это просто потенциально не смогу. Вот, ну и начинать ничего нового тоже не собираюсь. Сейчас на данный момент, что будет только выходить на моем канале, это, конечно же, те летсплеи, которые были до этого, потому что ничего нового сейчас не имеет смысла выпускать, потому что их и так много. Конечно же, какие проекты были, такие они останутся, то есть я имею в виду кассы строительства. Строительство еще будет, вот. Но самое главное, что я могу сказать, конечно же, это то, что я сняла, я потестила на свой новый комбо именно «Черной вдове». И я сразу скажу, ребят, ну это непередаваемое чувство, я надеюсь, вам понравится новая серия и вообще, что там будет происходить в «Черной вдове». И также хочу вам подробнее рассказать о расписании на эту неделю. Расписание, оно пока такое, можно сказать, легкое. Ничего, в принципе, там заморочистого, особенного, ничего не будет. В понедельник, как был, так остается, будет летсплей на работу. А во вторник нас ждет, конечно же, «Черная вдова». В среду, как было, так остается, «Юный беглец». В четверг, в принципе, то же самое. Потому что «Бедный несчастный Мэтт Симс» я тоже до сих пор не закончила. Вот, а в пятницу у нас будет «Психушка», в субботу остается «Спецагенты». Ну, а воскресенье остается для «Веселимся вместе» и, конечно же, рубрики «Вопрос-ответ». Ну что ж, мои хорошие, я надеюсь, вам нравится. Сейчас, на данный момент, вот такая вот у нас будет сумбурная неделька. Я не знаю еще, что еще вообще смогу за этот промежуток времени вам выложить, потому что мне нужно восстановиться после того, что у меня сейчас было. Вот, надеюсь, вы понимаете, я вас очень люблю. Ну а потом, соответственно, ждите, мои хорошие, подкаста. Ой, боже мой, весеннего подкаста. Как вылетит время, ёшки-матрёшки. Я вас очень люблю. С вами была Мисяна Чарли. Чмоки-чмоки. Пока-пока.